Хорошо. У нас повторение мать учения нашей любимой темы Java Core. Сегодня вот такие вот будут короткие темы. Все это, в принципе, все уже проходили, все активно используют. Ну, давайте начнем по порядку с простых типов данных. И на следующие типы. Чем отличаются вообще простые типы данных от объектных типов, которые мы используем уже? Они являются собой именно зарезервированные слова языка. Это те слова, которые больше нельзя использовать. Они обладают более хорошим взаимодействием, чем объектные обертки. И, в общем-то, ничего особенного сказать больше нечего. Ну, да, еще важная особенность — это то, что перемены этих типов передаются по значению, в отличие от передачи посылки, а не объектных типов. Посмотрим на тип boolean, который служит для хранения логических переменных или для обработки операций, например, сайдами. Возможно, не тогда вот остался to, now в boolean, если это неправильно написано, boolean с маленькой буквы now быть не может, boolean с большой буквы now быть не может, потому что это объект. Здесь мы также видим возможные операции, результатом которых является boolean. Ну и boolean также нельзя преподавать в другой примитивный тип. Есть различные операции над переменными boolean. Например, вот такие операции являются операциями полной формы. Это означает, что оба оператора будут вычисляться перед тем, как применяется операция. Есть также сокращенная форма, более привычная. В этом случае, если один из операторов, например, операции и является ложным false, то второй вычитать уже не будет, так как понятно, что результат уже будет false. Целочисленные типы, примитивные типы данных. Здесь видны их диапазоны и размерность. Например, то примитивного типа int, есть интересная особенность, именно этот результат возвращает функция хэш-код. Так как диапазон не самый большой, то в принципе и хэш-код может быть не уникальным. Для того, чтобы видеть переменную типа long, хорошо указывать суффиксы. В этом случае, если мы забудем его указывать, оператор может полагаться и подумать, что это просто int. Но такое большое число может не пользоваться переменной типа long. Также есть возможность более наглядно показать целое число, например, в различных форматах. В двоичной, с системой числения восьмеричной или с десятичными разделителями. Размерность диапазона значений типа с плавающей точкой. Типа занимает в два раза больше места и позволяет обеспечить большую точность вычислений. Тип char — это один символ, занимает провайдер, принимает значение кодировки Unicode. Если вдруг не получается показать, записать в один двухбайтный char символ Unicode, код которого превышает 2.16-1, тогда появляется вторая переменная, второй кусочек этой переменной, образующий 45-ю пару с первым типом чар. Их дохрена может быть? Ну, это примерно, что 2 байта, потом 4 байта, потом 6, потом 8, так нет, что ли? Нет, 6 и 8 я уже не может, потому что я встречал только 45-ю пару. Почему? Почему? Это 8, да? Да, и 6. До 8, 6 реально, 8 теоретически. Ну, надо тогда и 4 будет, и 6, и 8. Если 4 байта так уже совершенно много для хранения. При указании литералов в чар можно использовать различные управляющие последовательности, так как не все символы могут быть адекватно обработаны так как литералы. Например, апостол, например, кавычка — это часть языка в том числе. Чтобы она была учтена именно как литерал, типа чар, не нужно указать обратно слышь. Это кавычка.
Для определения констант, то есть перемен, значение которых не может больше меняться, в конвейерной программе используется ключевое слово final. Можно, в принципе, объявить константу без определения, но в конце все равно придется ее определять. Кроме того, компилятор сам определяет, нет ли попыток несколько раз делить переменную тип константу. И в этом случае можно какие-то такие вот сообщения пошли. Очень популярная картинка, очень наглядно показывает, как можно приводить примитивные типы. Примитивная линия — это примирение типа с потерей точности. Например, так как float имеет большего размера, чем int, то примирение так float ухать и возможно, но очень наоборот. Для приведения типа вот, используется подобные конструкции со скобочками. Так как Java позволяет использовать переменные как локальные переменные в методах, так и как члены класса. Если переменная примитивный тип указывается локальная, то ее значение нужно указать явным образом. В то же время как члены класса будут автоматически проинициализированы вот такими значениями в зависимости от типа. При этом нулевой символ char, в принципе, то же самое, что нулевой символ в C++. На экране как не называется. Возможно, арифметические операции с примитивными типами float как с вычисленными, так и с плавающими точками. При этом процентик является операцией получения остатка деления. Есть также возможность делать вычисленные операции с вычисленными примитивными типами. А направление стрелки это куда двигается? В общем-то, так все должно быть. Да, это наоборот получается? Да, это куда двигается. Они могут быть как вправо стрелочка, раздвиг вправо на n разряд, так и стрелочка влево двигается. А тебя смотрю, я просто ты видишь стрелочки влево? Нет. Нет? Здесь есть отличие между тремя стрелочками вправо и двумя стрелочками вправо. Значение, отличие здесь встречается именно имеет смысл рассматривать, когда мы число со знаком пытаемся сдвигать. В случае привычной записи с двумя стрелочками мы арифметическую форму как бы сдвигаем. В случае же с тремя стрелочками мы сдвигаем форму логическую и не смотрим уже на значащие биты. В случае с двумя стрелочками мы вынуждены, от Java нам дополняет те биты слева, которые нужно чем-то заполнить, значением значащего бита. Практически вот эта форма является формой дополнительного кода. А чтобы положительное число перевести в отрицательную форму, нужно обратить его сначала полностью инвертировать, потом добавить единичку, и у нас получится что-то так называемое дополнительное поле. Отрезать значит, допустим, код. То есть если у нас есть 1,0 это двойка положительная, чтобы перевести в отрицательное число, нужно инвертировать, то есть 0,1, добавить единичку, то есть у нас появится там где-то еще единичка в старшем разряде. Единичка в старшем разряде означает то, что число отрицательное. Вот в случае с логической формой сдвига, с тремя знаками больше, слева мы дополняем и на нуле. Есть также объектные полочки для примитивных типов. Значит,
насчет воина, кстати, не имею, он детской власти просто. Может и нету. Если да, тип будет, это так называемый тип, которому не можно получить переменную, просто используем для того, чтобы указать компилятору, что данная мета получения сообщает. У каждой оболочки есть, в общем-то, очень похожие методы. Например, compare от двух аргументов compare to, сравнение с аргументом parse, например, parse integer или parse byte. Также get integer или get byte. Могут использоваться для представления элементов в различных формах. Есть также особые специфические для каждого типа константы, например. Integer максимум или минимум для boolean false или true, для double или forward или это забавные такие константы, как not and number, на которые можно проверить с помощью функции из not and number. Можно также трансформировать в представляющую значение переменной в transformation виде, выполнить сдвиги с переменными, являющимися объектами, полученными для примитивных типов. Есть также еще дополнительные два типа, которые будут работать с большими числами, с большой точностью. Это голый объект, там уже отводили библиотеки, с ними нужно работать уже не с помощью аналитических операций, а с помощью методов, реализованных в этих классах. Еще одним важным типом является перечисляемый тип. Это на самом деле класс. У этого класса есть набор фактических методов. И эти методы означают значение, которое может объект этого класса принимать. Например, здесь реализован класс качества, перечисляемый класс качества. У него есть 5 возможных категорий качества. Для сравнения элементов нужно использовать не метод equals, в отличие от других методов, от других объектов Java, а можно использовать просто операцию сравнения. При этом также этот класс может иметь конструктор. Используется это не так часто, на мой взгляд, но возможно такая запись, где ВОСТ с атрибутом с параметром того, является как бы вызовом конструктора quality. При этом нужно, скажем, использовать этот как пример, например, Хоффмана. Параметр quality можно использовать как аббревиатуру для категории качества. Еще это забавная черта, то, что при сравнении разных переменных одного перечисления сравнение идет по порядку. У каждого элемента перечисляемого типа есть свой порядок, который можно получить в функции ordinal. И функция compareTo сравнивает именно в зависимости от порядка, то есть тот, кто шел. У кого порядок меньше, тот считается, значение того считается меньше, чем значение того элемента, у которого порядок меньше. Класс стринг. Это уже нормальный такой класс для работы со строками. Это не является обверткой для какого-либо примитивного типа. Он же является массивом символов char. Особенностью является то, что строки неизменны, мы не можем просто так вставить в середину этого массива, какой-нибудь символ или применить символ или вещи уже в этом массиве. Но мы можем с такими переменными проводить много операций как сравнения, так и хранения частей столько информации, полученной, например, из файла. Возможно, методов включено у него очень много, но есть вот такие полезные, как длина или вот строчный прописной регистр, сравнение, например, с игнорированием регистра.
полезным дополнением класса string является класс string-reader. Он же может использоваться для, как следует из его названия, построения символьных строк из кусочков. Его есть метод append, его есть метод setcharet, его есть метод insert, delete, replace. Особенность работы является то, что он создает новую копию для каждого изображения своего содержания. Это считается не очень эффективным поведением. Каждый раз? Разве? Это у него хитрая особенность реализована, когда он как-то, если длины не хватает, то есть давая символ, он длину увеличивает. На 2 умножить на текущую длину плюс 2. Вот у него. Длину он увеличивает, да. Вот есть, кстати, ограничивает длина в 16 символов, после чего он к ней же добавляет. Да, но если ты добавляешь 17, то итоговая длина будет 34. То есть когда его создается или создается? Новокопия создается или нет? Новокопия создается тогда, когда уже ему не хватает длины. То есть если он заранее увеличивает. Что здесь длины не хватает? То есть он не прерывный час памяти взять уберется? Он работает с массивом чар. Я не знаю, сколько он массив чар. Массив просто по смещению. У него не по адресу. У него три класса есть. Два параметра. Один – это его фактическая длина массива. А другой параметр – это реальная длина строки, и они могут отличаться. Почему ему не сделать массив массивом, чтобы не переписывать? А зачем ему хранить массив массивом, если у него есть только один? Для того, чтобы новую копию составлять, когда у них старый массив накрывается. Он для того, чтобы не создать новую копию, просто заранее увеличивает размер строк. 2 умножить на текущую, 2 умножить на текущую. Да, если размер закончился, новая копия создается же. Ну, создается, да. Не, его можно при создании сразу в класс передать размер, как ты хочешь дальше. Он именно на этот размер создаст массив. Но он память же заблокирует, вот, получается. Ну, если он каждый размер, то ты полагаешь, что тебе вся эта память понадобится. И память его кучу блокирует, да? Да. Ну, перейдем к массиву. Массив это на самом деле объявление вот такой вот переменной A, это на самом деле ссылка на участок памяти, где будет граница сплошным потоком всей члены массива. При этом мы адресацию будем понять как принципу серии по смещению относительно показателя A. В C++ это заметно более наглядно, в Java это просто как-то данность. В Java более удобно, а в C++ наглядно. Да, то есть вот, в отличие от Java, C++ можно было бы прибавить A размерность элемента этого массива и получить вполне себе адрес. Смотрите, вы могли смотреть. Элементы массива тоже инициализируются по умолчанию, но в отличие от массива объектов, которые инициализируются на уровне. Возможен вариант обхода массивов. Как итеративный, более сокращенный синтаксис с работой с массивом как самого мысли, так и более конечный обход по индексу от нуля до длины массива. Адресация массива начинается с нуля. Тут возможно примерно инициализация массива. Возможно также массив нулевой длины, который обычно используют для совместимости функций, которые возвращают тип массива. Возможно операция с массивами. Присвоение одной ссылки на массив другой ссылки на массив приводит к тому, что обе ссылки смотрят один и тот же участок памяти. Для того, чтобы создать именно копию, используется метод класса arrays, статического класса, метод copyOf, который позволяет скопировать либо все из источников приема, либо указать дополнительную длину приемника. Если длина будет меньше, чем длина источника, тогда просто будет статичный с конца массива. Если же длина будет превышать длину источника, тогда находится таким потенциализированным по умолчанию значений до нужного.
класса есть также другие полезные методы, например, научный поиск, заполнение массивные части массива, необходимые значения, сортировка, с возможностью указать принцип сортировки, копирование, заданного диапазона, другой массив. Также очень полезный дебюкс, это элементное сравнение, говорит о том, что мы сравниваем, кормили все элементы по всем индексам, соответственно. И также deep hashcode возвращает хэш, который рассчитывается от всех элементов массива. Может также объявлять многомерный массив. Например, просто объявление массива еще без инициализации его не было. Как можно инициализировать, например, трехмерный массив? Ну, если это как массив двумерных массивов. А двумерный массив будет как массив одномерных массивов. То есть все многомерные массивы являются можно коррекции. Это очень полезный эффект, потому что длина лучших коррекций он, соответственно, различен. Нам не рекомендовалось квадратные матрицы. И даже они могут быть неравномерными. Перейдем к классу Object. Класс Object является суперклассом для всех классов, реализованных Java. Если мы не указываем по умолчанию супертип для класса, то супертип будет являться классом Object. Такая оценка, которая иллюстрирует богатую потомственность объекта. Считается, что как бы неявно, говорят, уже знает о том, что наш новый класс будет расширять функциональность Object. В Object есть уже реализованные методы, очень полезные, как equals, служащие для сравнения двух разных объектов одного класса. Метод toString, который показывает точно символ для сравнения объекта. Хэш-код, который позволяет среди всех объектов класса однозначно определять объекты, имеющие знаковые свойства. Notify, wait, frame-wise, будет рассмотрен в будущих лекциях. Notify, wait, он для многопоточности, frame-wise для рабочих мусора, который при этом называется интересно как. Метод equals. Он реализован в ружице, да, таким образом. Для сравнения здесь всегда просто пассы. В общем виде, когда ссылка друг друга не равна. Для каких-то сравнений переопределяют всех классов, где методикус, но мы методикус предполагается их класс. Каким-то образом выглядит в классе. Сравнение сделано по тому методовскому значению, которое хранит себя классный интерьер. Хэш-код. Например, в классе уже реализован каким-то образом. Возвращается, опять же, просто методовское значение, которое хранится в этом методе. В то же время в Object'е этот метод реализован каким-то нативным образом и вычитается от адреса объекта в памяти. Для корректного сравнения объектов нужно переопределение equals и переопределять хэш-код. Важная коллизия — это то, что метод хэш-код возвращает именно результат типа int, что будет не самым большим диапазоном, потому что значение этого метода. Метод toString лучше цивилизован таким образом. Имя класса и через собачку 16-ричное представление хэш-кода. Вот как выглядит примерно там. В синем командной строке. В имиджере же немножко более интересно реализован метод toString, на который в итоге возвращается одно там простое значение целочисленное отображение 10.
Для чего нам нужен, может быть, этим? Значит, для чего нам нужен метод? Например, он нужен для журналирования ошибок, возникающих в одной из программ, чтобы не заморачиваться представлением экземпляра каждого класса, который мы использовали вместе возникновения ошибки. Можно просто переобразить этот метод toString и сразу выделить всю информацию о том объекте, в котором произошла ошибка. Возможно, и другие методы для журналирования, но вот этот самый простой, наверное. Таким образом, из имеющихся тех повторений мы сегодня рассмотрели следующее. Это самые примитивные типы. Это видная оболочка для этих примитивных типов. Мы знаем, что есть типы с произвольной точностью, с определенным размером, знали о том, что можно указывать конкретные перечисления для переменных с помощью типа имена. Рассмотрели основные методы кластеров стринг и стринг билдов, познакомились с массивами и начали знакомство с иерархией классов языка Java на примере класса object.